И далее визит лесного гостя в Улан-Удэ. В парке имени Жанаева прохожие обнаружили медвежонка. Как он оказался среди людей и что будет с ним дальше, расскажет Дарина Холхоева. Этот полугодовалый мишка сегодня переполошил всю округу. В парке его обнаружили прохожие, но проворный детеныш сбежал, хотя нападать на кого-либо явно не помышлял. Я утром вышла сюда мусор вынести и видела, девушка пригнала сюда этого медвежонка. Но она пошла в 34 ребенка отводить, как она рассказала, и увидела его, решила на телефон его снять. Он начал от нее убегать и в концовке прибежал сюда. Говорят же, что у нас здесь медведи по улицам ходят, ну вот теперь точно ходят. Спасатели оцепили периметр. Бурного сиротку попытались поймать, но черный хлеб косолапый даже не распробовал. Сразу проглотил. Приманка не сработала. Решили дождаться ветеринаров. Мы с правоохранительными органами, с нашей поисково-спасательной службы провели, не давали ему дальнейшего уйти дальше. Дождались ветеринарной службы, после чего провели, так сказать, усыпление, обездвиживание данного медвежонка и передали в охотхозяйство. Историю появления в городе никто не знает. Скорее всего, может быть, кто-то его держал с маленького возраста. Он стал большой, агрессивный, характер показывает, поэтому, скорее всего, его отпустили, наверное. На спине у медвежонка обнаружены раны. Его могли покусать бродячие собаки. Куда отправят мишку после обследования и лечения, пока не ясно. Дарина Холхоева, Батыр Халматов, телекомпания «Оригус».